Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем на родине. Итак, чувак, короче, я с ним разговаривался, я буквально закончил предыдущую серию, какую вы уже смотрели. Кстати, напоминаю, давайте наберем 50 лайков, и выходит новая серия по родине. Итак, он типа, я у него спрашиваю, у тебя есть машина? Он говорит, типа, нету. Я почему? Говорю, а почему? Типа, он пишет, бомж. Ну, там вы можете почитать весь этот диалог, в принципе. Не, бухать я тебе, конечно, не дам, но я тебе могу дать денег на какую-то машинку. У меня 900 тысяч, я ему уже давал 80 тысяч, но мы подъехали к эконом-классу автомобиля, и я думаю, блин, может ему тачку подарить. Начал расспрашивать, есть у него машина. Конечно, я сам сейчас нуждаюсь в деньгах, ну, в том плане, что я коплю на дом. Ну ладно, давайте, я думаю, ему поможем, мне, в принципе, не жалко. Я не знаю даже, какую машину ему можно подарить. А как тебе эта машина? Вот эта машина, как тебе? Давай чем у нее спросим. Как тебе эта тачка? Что он нам ответит? Мне интересно. Скажет, типа, мне Volvo вообще не найс. Ну, ладно. А это сколько стоит? Давайте я посмотрю. 800 тысяч. Нет, дороговато уже идет. 3,5 миллиона, блин, я даже не знаю, чем ему купить такое. Volvo, если ему не найс, а сколько эта тачка стоит? 700, по-моему. 700, блин, ну это все мои деньги получаются. Мне более нравится BMW и Porsche Merc, но, блин, столько денег у меня нету. У меня столько денег нету, дружище, я бы тебе подарил бы с радостью BMW там или какую-то Porsche. А сколько у тебя? 900 тысяч. 900 тысяч у меня. Ну, блин, я не хочу все 900 тысяч тратить, хотя бы... Ну, я могу тебе еще 200 тысяч дать. Ого. Да не, это мало. Это мало, дружище. Я тебе скажу, это очень мало. Это очень много. Давайте съездим, ладно, в средний... класс машин. Блин, я тачку разъебал чуть-чуть. Ладно, поехали в средний класс автомобилей и посмотрим, что там еще есть. Жалко, мне места нету, так бы я ему сюрприз сделал, купил бы какую-то тачку и подарил бы ему. Говорит, мне бы Porsche 600K Porsche бы взял. А, мне бы 600K Porsche бы взял. Блин, ну, хз даже. Сколько эта тачка стоит? Камри, по мулям стоит, если я не ошибаюсь. Да. Дороговато как-то. Ну, блин, я могу тебе Volvo дать. У меня 3,4. Хз даже. Оказывается, у него и 3,4 миллиона, блин. А зачем тогда он бабки у меня просил-то? Лол. Ну ладно, давайте на Булрынок съездим. И чтобы он купил какую-то тачку, может, себе. Я ему, в принципе, готов добавить 600 тысяч. Ну, погнали, короче, да. Там пацан за 4 кк 24. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что там за Porsche. Мы приехали на Булрынок, но здесь никого нету. Только десятка есть. Такая врезалась, да. Наверное, уехал. Ну, не знаю тогда, чувак, что делать даже. Максим... Максим, Максим. Что за Максим? Какой-то Максим. Не продаю. Не знаю, блин, давайте что-то подумаем. Давайте я просто, наверное, ему тогда 600к подарю и все. Типа, говорит, ты можешь Чирон за 23 миллиона продать. Ну, блин, не знаю, я не хочу особо его продавать, потому что, блин, я... Я его покупал для того, чтобы продать, и навряд ли я его в скором времени даже продам. И новую купишь, и еще бабки будут. Так их нету в салоне. Их всего 20 штук. Их всего примерно 20 штук на сервере, блин. Словишь.
Да не, блин, нахера мне ловитесь? У меня есть вот эта тачка моя любимая. Давайте, короче, ему подарим 600 тысяч, я думаю, лучше, и все. И на этом все закончится. Нахера здесь забор поставили, я без понятия на самом деле. Ну, давайте, короче. Пополнить счет 600 тысяч. 600 тысяч. Ложим. У него 122. Перевести деньги. 122, 600 тысяч. Все, я ему перевел. Давайте я тайм даже сделаю. И скриншот. Да, дружище. Думаю, это сделает тебя счастливым. Ну, я думаю, ему помог, в принципе. У меня остается 300 тысяч, да. Я без денег в итоге остаюсь. Спасибо большое, спасибо за подарок на ДР. Не за что. Не за что. Так, погнали на улицу. Потому что надо подвести, возможно, его куда-нибудь. Я хотел в этой серии вообще пожарников снять, но, скорее всего, наверное, в следующей серии запишем про пожарников. А сегодня просто покатаемся. Пусть садится в Чирон. Так, заводим его. Автолог, конечно, работает. Я его в предыдущей серии поставил. Посмотрите предыдущую серию, кто не видел. Обязательно просто. Просто обязательно посмотрите. Огромное спасибо, братишка. Это не за что. Не за что, подписчик. Ну, блин, не знаю. Конечно, у него было 3-4, но он просил меня ему добавить на машину за 4 миллиона. Не знаю, попробую в казике подняться, либо придется обратно донять. Так, сливаешь Бугатти? Нет, я ее продавать не хочу. Я ее продавать не хочу. Смысл мне ее продавать, если я ее покупал, блин? Я не хочу ее продавать. Мне резона нет ее продавать. Как бы, поэтому да. Поэтому да. Ну что ж, я думаю, на это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Не нужно дописать «вот», «подари мне», «пожалуйста» и так далее. Я буду сам убирать, кому там, возможно, помочь когда-то, потому что чувак, когда мне продавал Чирон, он говорил, типа, не забывай делать добро. Я вот чуваку сделал добро, отдал ему 600 тысяч, добавил на машину, какую он, возможно, купит. Какой-то Porsche, наверное, Boxster, если я не ошибаюсь, кабриолет, скорее всего. Ну, как-то так. Не забывайте, кстати, вводить маник при регистрации, вы очень поможете, тем самым, что я буду вам эти деньги раздавать, потому что как только вы достигнете 4 уровня, я получу 250 тысяч. Все, всем пока-пока.